По словам королевского эксперта, принц Гарри получил психологический удар из-за потери своего королевского покровительства, поскольку королева вскоре передаст его роль Кейт Миддлтон. Монарх лишает герцога Сассекского покровительства футбольного союза регби и футбольной лиги регби. Королевский комментатор Фил Дампир утверждает, что муж Меган Маркл будет раздавлен потерей этого важного для себя покровительства. Одно дело, когда его отняли, другое дело, когда его отдали другому человеку. Кейт, герцогиня Кембриджская, как сообщается, возьмет на себя эти роли, что, по утверждению комментатора, показывает, как она ее позиция в фирме усиливается. Фил Дампир также утверждал, что принц Гарри не вернется в Великобританию. Он назвал это большой потерей для фирмы. Совсем скоро принц Гарри и Меган Маркл приползут к королеве Елизавете на коленях. Об этом с уверенностью заявила прессе королевский эксперт Кэти Холл. Не так давно Гарри и Меган подписали договор с платформой Spotify. По условиям супруги должны были записать несколько подкастов, но сорвали сроки. Уже тогда в прессе заговорили о возможных финансовых проблемах. Сейчас, по словам Холл, ситуация усугубляется, к тому же у Меган на носу день рождения. Счастливая мать двоих детей готовится отметить праздник с шиком и уж точно не будет мелочиться. Это самая большая угроза, когда деньги закончатся. А они уже заканчиваются, именно поэтому Гарри взялся писать книгу. Королевская семья будет нервничать. Но Гарри и Меган это только на руку. Пока, передает слова Холл Миррор, не исключено, что совсем скоро Гарри обратится за помощью к бабушке. Далеко не факт, что последняя согласится помогать внуку. С того момента, уверены королевские эксперты, у супругов начнутся настоящие проблемы. 39-летняя Кейт Миддлтон и принц Уильям нашли опору для своего брака. Это уберегло их от ловушки, в которой оказались Диана Спенсер и принц Чарльз. Замужняя жизнь принцессы Уэльской со старшим сыном Елизаветы II казалась сказочной. Но во дворце все знали, что Чарльз ужасно завидует популярности жены. Он считал, что Диана постоянно крадет его момент славы. А принцесса не понимала, почему возлюбленный не может за нее порадоваться. «Мой муж – гордый человек, поэтому его очень волновало, что каждый день на протяжении 4 недель говорят обо мне». Он чувствовал себя подавленным, вместо того, чтобы радоваться и делиться со всеми этим, открыла правду Спенсер в скандальном интервью 1995 года. Она отметила, что популярность вызвала проблемы в их с Чарльзом браке. Зависть не давала сыну королевы покоя. Он искал утешения у любовницы, считая, что только она понимает его. Диана из-за ревности продолжала блистать на публике, надеясь привлечь внимание мужа. Это был замкнутый круг, который родители принца Уильяма не хотели разбить. Зато наследнику Дианы и Чарльза удалось не оказаться в ловушке зависти и ревности. Он выбрал в жены Кейт Миддлтон, которая изначально была его близким другом. Став супругами, герцоги кембриджские договорились обсуждать проблемы, что значительно укрепило их брак. Между Кейт и Уильямом нет зависти, ревности и трений. Они радуются успеху друг друга. Наблюдая за ними многие годы, могу сказать, что они стали одной из тех пар, в которых влюбленные заканчивают друг за другом предложения. Кейт помогла Уильяму обрести уверенность, передает слова королевского биографа Кэти Никол Экспресс. UK. Во время поездки в Шотландию принц Уильям был невероятно горд за жену. Он публично сообщил о должности, на которую Кейт назначила сама Елизавета II. А этой осенью герцогиня Кембриджская займет почетную должность принца Гарри. Королева сделала Миддлтон покровительницей регбийного союза Англии и регбийной футбольной лиги. Муж Меган Маркл лишился этой должности, когда сложил с себя королевские полномочия. Официальное назначение Кейт состоится перед чемпионатом мира по регби, сообщает Daily Mail. Королевские эксперты назвали одной из возможных причин бесконечных публичных конфликтов Меган Маркл и принца Гарри с королевской семьей. Дело в том, что Елизавета II совершила досадную ошибку, когда будущий герцог и герцогиня Сассекские только обручились. По мнению экспертов, после того, как новость о помолвке принца Гарри и Меган Маркл стала достоянием общественности, королева не представила журналистам будущую жену своего внука, так же, как это было с Кейт Миддлтон, герцогиней Кембриджской, когда они обручились с принцем Уильямом. Британская журналистка Камила Томини в статье, опубликованной на этой неделе в Telegraph Royal Newsletter, называет неспособность дворца относиться к Меган так же, как к Кейт, глубоким огорчением и утверждает, что это, возможно, помогло укрепить позицию Гарри и Меган против прессы, которую они занимают и сейчас. Говоря о сложных отношениях королевской семьи со средствами массовой информации, Томини упомянула недавнее интервью с супругой принца Чарльза, Камилой Паркер Боулс. Несмотря на то, как в прошлом с ней обошлась пресса,
герцогиня Корнуольская остается дружелюбной по отношению к журналистам. В эти выходные вышла моя статья о герцогине Корнуольской, в которой она рассказывала, как ей нравится разговаривать с нами, писаками. И это несмотря на то, что таблоиды большую часть 1990-х и начала 2000-х годов писали о ней исключительно как о самой ненавистной женщине в Британии и называли ее врагом общества номер один, пишет Камила Томмини. Прессинг принца Гарри и Меган Маркл в СМИ не идет ни в какое сравнение с теми гонениями, которое пришлось пережить Камиле Паркер Боулс, утверждает Томмини. То, через что прошла Камила, делает отношения Гарри и Меган с газетами похожими на легкую прогулку в парке. И все же сассекские остаются самыми большими противниками прессы из всех, пишет журналистка в своей статье. Камила Томмини предположила, что такой неприязни по отношению к СМИ со стороны принца Гарри и его жены не было бы, если бы Меган с самого начала была представлена королевским журналистом должным образом, как это было с Кейт Миддлтон. «Я всегда считала глубоко прискорбным, что дворец никогда должным образом не представлял Меган королевской прессе, как это было, когда Кейт Миддлтон обручилась с принцем Уильямом. Только когда королевская семья и журналисты встречаются лицом к лицу, обе стороны начинают понимать, что, вероятно, у них гораздо больше общего, чем они думают», — добавила Томмини. Вполне возможно, что нежелательное внимание прессы к Меган и Гарри стало одной из причин, по которой они отказались от полномочий членов королевской семьи и уехали в Калифорнию. Совсем скоро принц Гарри и Меган Маркл приползут к королеве Елизавете на коленях. Об этом с уверенностью заявила прессе королевский эксперт Кэти Холл. Не так давно Гарри и Меган подписали договор с платформой Spotify. По условиям супруги должны были записать несколько подкастов, но сорвали сроки. Уже тогда в прессе заговорили о возможных финансовых проблемах. Сейчас, по словам Холл, ситуация усугубляется, к тому же у Меган на носу день рождения. Счастливая мать двоих детей готовится отметить праздник с шиком и уж точно не будет мелочиться. Это самая большая угроза, когда деньги закончатся. А они уже заканчиваются, именно поэтому Гарри взялся писать книгу. Королевская семья будет нервничать, но Гарри и Меган это только на руку. Пока, передает слова Холл Миррор, не исключено, что совсем скоро Гарри обратится за помощью к бабушке. Далеко не факт, что последняя согласится помогать внуку. С того момента, уверены королевские эксперты, у супругов начнутся настоящие проблемы. Принц Гарри купил смехотворно дорогой торт к 40-летию своей жены, бывшей голливудской актрисы Меган Маркл. Об этом приближенные к паре источники рассказали изданию Татлер. Как стало известно журналистам, для вечеринки, которая состоится в среду 4 августа в калифорнийском особняке супругов, герцогиня Сассекская выбрала формат фуршета. На столах для гостей будут выставлены многочисленные блюда и вина местного производства. В частности, сообщается, что принц Гарри заказал праздничный торт в элитной пекарне Passais & Sugar в Санта-Барбаре. Заведение специализируется на создании голых тортов, через полупрозрачную глазурь которых видны его некоторые слои. Среди ингредиентов, используемых для приготовления начинки лакомства – арахисовая паста, сливочный сыр, кленовый сироп, соус дульсе де лёча и свежие ягоды. Такой трехъярусный торт, рассчитанный на 30 человек, продается в пекарне по цене $225. Отмечается, что для организации вечеринки Меган Маркл наняла знаменитого ивент-менеджера Калина Коуэ, Колин Коуэ, который ранее работал с мировыми знаменитостями, такими как Дженнифер Энистон, Том Круз и Ким Кардашьян. В июле кусок торта со свадьбы принцессы Дианы и принца Чарльза выставили на аукцион. Речь идет о фруктовом пироге на основе марципана весом 102 килограмма. Он был покрыт глазурью и украшен разноцветным королевским гербом. Кусок размером 17,7 на 20,3 сантиметра хранился в пищевой пленке в форме для выпечки в течение 40 лет. Аукционист из Глостершира Доминик Уинтер выставил кусок торта на продажу за 500 фунтов стерлингов.